Всем привет, мои хорошие. Такая прелесть у меня расцвела. Это Ванда ко мне пришла где-то месяц назад. Она была с таким пиптиком цветоноса. И вот спустя месяц вот такая вот красота. Очень нежная. Аромата я не чувствую. И вот такой цветочек не очень большой, но очень нежный. Такой прям... Изначально расцвела, я думала, совсем бледная будет, потому что такая чуть ли не белая была. А потом со временем набрала цвет, как я и говорила уже, что все ванды со временем набирают цвет, и у них размер увеличивается. Вот такая вот прелесть. Пышная, такая волнистая, очень красивая. Очень такая вот она прям нежная-нежная. И губа такая полосатая у нее. Такая красавица. Это тасселата на сосичу. Там несколько вариаций цветения у нее. Насколько поставщик давал, там 5 или 6 видов цветения. И вот такая вот у меня расцвела. Красавица. Очень мне нравится, а мне все нравятся, что не расцветет все любимое. И хотела похвастаться, девочка мне в подарок выслала. Я даже не ожидала, так приятно было просто. Вот такая вот прелесть, сколько же в ней работы, сколько вложено любви, терпения. Это надо же это все с бисера и листочки. И как бутончики сделаны, и цветочки, вообще просто роскошная. Она такая перламутровая вся. Спасибо, Наташенька, тебе. Такая вот прелесть. Я сама вышиваю картины, большие картины вышиваю, и знаю, сколько труда надо вложить, сколько времени на это все уходит. Просто роскошная. Очень приятно мне, Натусечка, спасибо огромное. Такая вот прелесть. Также вот сколько времени уже прошло, и радует меня этот дендробиум Даун Мари. Желтый, кстати, который гроздью цвел. Буквально, наверное, дней 6-7 он процвел и весь опал. Очень, может, из-за жары, но очень недлительное, короткое цветение. А этот дальше продолжает цвести. Два цветочка уже увядает, а эти три еще так и цветут. И довольно-таки еще упругие, прочные. Такая вот красота. И начинает открываться, наверное, самый маленький цветочек у меня в коллекции. Именно цветение. Такой он прям микроскопический. Тугодума такого у меня еще не было. Этот цветонос начал формироваться в начале лета. Бутоны очень долго росли, очень долго формировались. И вот уже конец лета, то есть ну, практически, наверное, месяца три формировался этот цветонос. И вот, наконец-то, только первый цветочек раскрылся. Это гастрофилум, по-моему, или как там он. Сейчас посмотрю. А, это гастрочилус японикус. Вот такой вот маленький-маленький. Он ароматный, уже ароматный, такой слегка. Такой цветочный, приятный запах. Но такой же он мимишный, такой классный. Махонький такой. Я про него, если честно, и забыла. Только не, вот сегодня опрыскивала и увидела, что начало открываться. Такие цветочки, что их и не заметишь. Совсем малюсенькие. И вот так же еще продолжает цветение. Это крошка. Уже тоже отцветает, уже несколько цветочков отпали, но тем не менее, все равно очень долго держится. Получается, больше месяца цветет. И, в принципе, жарко очень.
Но ему жара, видно, нипочем, поэтому вот такая вот красоточка. Такой хорошенький. И вот еще, если из вандовых там у меня еще парочку растят цветоноса. А здесь уже формируются бутоны. Это вот такой вот Пак Чонг Блю. Хотя я всех протравила, и вот у меня на котле было 3 бутона. 2 бутона отвалились, третий остался. Наверное, из-за отравы, из-за это, не знаю, вытянет, не вытянет бутон. Ну, а ванда, в принципе, вот я тоже, я же все протравливала. Ванда дальше формирует свои бутончики. Может, конечно, если бы не отрава, было бы больше бутонов, но пока вот так. Пока 6 штучек. Посмотрим, вытянет тоже, не вытянет, потому что я протравливаю хорошо. И многие фаленопсисы тоже доращивают цветоносы свои. Поэтому осень обещает быть очень красочной. Всем спасибо и до новых встреч!